Всем привет! Распаковочка, посылочка моя долгожданная. Ну как долгожданная? Дня три, шла 3-4 дня. И просили снимать не вот так вот над посылочкой, а используя штатив. Трипод. В общем, буду вот так показывать. Две посылки у меня, две коробочки. Ю-ху. Одна. И Джек тут сидит. Джек самый главный распаковщик. Так, начнем тогда с маленькой. Та-да-да-дам! Джек не дает мне ничего делать. Вообще ему все надо. Это у нас эти салфетки для стирки. Шетландри детергент. Это я им уже пользуюсь. Они у меня есть, еще остались. Я сказала еще. Пусть будет. Или подарю, или пусть у меня про запас будет. Уж больно они мне понравились. Можно их делить пополам, если не сильно большая стирка. Там прям пунктирная линия, по которой очень легко они делятся пополам. Вот. Очень нежный запах. Очень приятный. Вот. И от одежды так не пахнет, короче, как от таких мощных стиральных порошков вонючих. Вот. И еще можно его использовать как пятновыводитель. Кусочек маленький отрываете от этой салфеточки на пятно. И водичкой можно оставить, можно чуть-чуть потереть. Все, смыть, постирать. Очень классный порошок. Порошок в салфетках удобно. Форма такая. Это я заказала такие вот пакеты, чтобы в них подарки. Потому что все равно каждый раз ищу, езжу, короче, трачу время, силы, покупаю пакеты. Тут, думаю, все равно заказывала и взяла пакеты от Томи, чтобы в них класть подарочки. Вот. Вот такой интересный, как бы вроде пластик, вроде нет. Вон еще с кнопочкой. Вот. Довольно вместительный пакет. Джек, мне больно. Такими этими локтями он у меня в ногу так впивается. Все, мордочку положил. Ладно, мам, не ругайся. Не буду. Это пакеты буду использовать. Сейчас еще у нас сколько? 1, 2, 3 годовщина свадьбы в декабре. Еще. И в январе еще одна. Вот. Пакетов взяла. Чтобы не ездить, не искать пакеты. Ну, бумага подарочная у меня, если сверху накрыть. Ну, интересно же подарить прямо в оригинальном пакете, да? Хотя можно и купить, если что. Вот, что я купила. Oral Care System. Я уже это второй раз беру. Первый я раздарила, вернее, пасту себе взяла. Ева взяла себе щетку и пасту. Да, остальное раздарила. Здесь у меня... Я открою, потому что тоже буду класть в подарочки. Здесь 4. Паста очень классная. Паста лечебная, антибактериальная. И у меня, честно, даже и зубы, и белее, и все она как делает. Она еще с эффектом отбеливания. Похожа на нашу детскую, ну, и пасту из детства. Как Виталик сказал, она гелевая. Вот, щетки классные с ионами золота. Мягкие, но в то же время они очень классно в труднодоступных местах, короче, вычищают. Посмотрите видео у меня в этом. Это, как это называется, алмазной обработки, короче, пластик, на котором не образуется плесень и все такое. Вот, щеточки. Атоми. С индивидуальной крышечкой. Вот такая паста. Вот. И там еще щеточка для тоже труднодоступных мест, если что-то вычистить так между зубами. Или... Вот такая вот. 4 штуки разных цветов. И разных цветов я имею в виду щетки. Вот есть желтенькая такая золотая, есть прозрачная. Вот. Так тоже вот в пакеты к подарочкам буду класть. Розовенькая. Если большая семья, классно купила вот так вот. Куда-то поехали,
у каждой щеточки и пасты есть своя индивидуальная упаковочка. Такая она тоже гранененькая, где-то гладенькая, приятная. Очень легко. Так, это голубенькая. Вот. На большую семью из 4 человек, например. Ну, бывает, конечно, и больше семьи. Можно взять 2, например, набора. Вот. Очень удобно, видите? Одним движением руки открыли. Опа. Классные. Классная паста, классные щетки. Ева чистит щетки. Это у меня просто пока еще это... Пока не закончились там вот эти вот насадочки, я пока этой пользуюсь. Но пасту использую, паста мне понравилась очень. Про щетку пока ничего не могу сказать, Ева пошла спать, надо бы ее спросить. Ну, короче, да, спрошу потом ее отзыв. Щетка Ева чистит, и щеткой, и пастой. Вот такой набор из 4 коробочек. Так, вот это тоже брала, раздарила, один себе оставила. Теперь оставлю себе другой. А другие тоже раздарю. Так вот буду это самое. Чтобы у меня были разные вкусы. Я хочу попробовать разные эти. С разными запахами, так скажем. О, у меня же есть ножик, что я ногтями ковыряю. Приготовила ножик. Это я сейчас из душа. Этот шампунь Абсолют. Ой, какой же он классный вообще. Просто еще... Ну, сушить. Я не сушу волосы феном вообще. Вот эти вот кремики Hand Therapy, как бы терапия для рук. Она очень классная серия. Она с маслом ши, цитрус лимон. Вот, и тоже у меня в группах можете почитать, что каждый, чем, ну, как бы, чем отличается каждый от другого. В общем, там состав, конечно, и может быть направленное действие определенно у каждого составляющего этого крема. Здесь как бы нежный, софт, мягкий, нежный, можно сказать, мак, калифорнийский, скажем, калифорнийский. Я просто помню калифорнийские маки, вот эти цвели, такие классные у нас фотографии. И розовая вода. Вот, я себе оставила до этого, так взяла такой же набор и также в подарочки покидала. Нет, подождите, это я индивидуально просто так пришла в гости и подарила. Сейчас хочу какой-то тоже себе оставить, не знаю. Ши баттер у меня есть, ши, масло ши. Поэтому это на подарочки. Возьму себе в этот раз, не знаю, цитрус лимон может взять. Или вот этот вот мак. Возьму себе мак в этот раз. Вот сюда отложу. А эти тоже раздарю. Хочу приятное делать людям. Вот это я, это, если до этого я вот это все заказывала, это я первый раз заказала, ждала. Это пробиотики для женщин. Женские пробиотики. Это лично для меня. У меня такой период женский особенный. Я потом еще закажу, там называется Сифора. Сифора, по-моему. В общем, для женщин в такой период. Очень классный. Я там почитала отзывы. Я в группу, если надо будет, я могу вас добавить. Если кого подписываю, всем предлагаю в группу добавиться в Телеграме, где делятся все опытом, отзывами, кому что понравилось. И, короче, несколько женщин написали, применяли вот эту Сифору. И там вот эти вот отливы. И все это самое, все это, говорит, уменьшилось, настроение улучшилось. Нет такого, говорит, уже этот перепадов настроения. Говорит, прям, говорит, самочувствие намного лучше стало. Вот, я пока это самое сейчас открыть при вас. Итак. Чек, нюхается. Тебе все надо, да. Может, тебе что прислали, да? Ты сидишь тут. Конечно же, они ничем не пахнут. Такой интересный цвет у этих, у капсул, видите? Такой, как под цвет ногтя мы. Розово-сиреневый такой. Так. Ой, пробиотики мне нужны. Я же говорила, я еще много этот антибиотиков пила. Из-за зубов своих, которые лечу. Так, давайте посмотрим, сколько здесь у нас
Одна капсула с водой. Запить водой. Предпочтительно с едой. Или как... ну, в общем, с едой как саплемент. Ну, как добавка. Вот одна капсула. По одной капсуле. Очень классные пробиотики. Я про них начитана, наслышана, захотела. Говорят, очень, очень качественный и очень классный пробиотик. Так, это мне. Это сюда. Вот, буду пить пробиотики. Вот это заказываю уже не первый раз. Здесь у нас финики, какао и фундук. А это инжир и грецкий орех. Вот всего лишь, вот то, что я прочитала, это и есть только ингредиенты. Больше ничего, ни сахара, никаких там загустителей, там, ароматизаторов, ничего. Это я взяла, Виталий говорит, так понравилось, я на работу, говорит, беру. И там угощал, говорит, я хочу на работу отнести. Я говорю, я тебе закажу, возьмешь, прям там поставишь и будете брать. И там эти работают работники, которые в офисе, офисные работники. Вот, им все время чай нужно с чем-то тоже хочется попить. Вот. Одну дома оставлю, одну дам Виталику на работу. Вот, заказала мыло. Мыло понравилось. Сейчас у нас в двух туалетах надо еще. Ну, у нас у Виталика, так как у нас длинная столешница, у Виталика своя раковина, у меня своя раковина. У Евы своя раковина. Это уже три, и четвертая вот гостевой. Получается, вот нам не хватает мыла. Я заказала еще 4 штуки, не поверите, 1, 2, 3, а то вдруг не поверите, буду вот так показывать, 4 штуки заказала. Вот чтобы было, потому что мыло классное, стоит недорого, 3,50, по-моему, всего, довольно-таки это самое, оно экономичное, вот там чуть-чуть, вот, хорошо, мыльница. Так, санскрин. Это первый раз. Мыло, если заказала, уже опробовала. Понравилось. Классное мыло. Вот. Теперь в каждый туалет еще на про запас, чтобы было. Вот это вот санскрин бежевого цвета. Как я хотела. Вот это я ждала. Это я первый раз заказала. Смотрите, какое. Посмотрите, какое. Ой, весь такой гладенький. Сейчас будем с вами пробовать. Запечатанный. Все как надо. Все гигиенически упаковано. Отрываем. И санскрин сейчас тоже нужен. Мы во Флориде живем. У нас солнце все равно есть. И он такой... подстраивается, видите, под кожу он не будет прямо бежевый, то есть как бы он не меняет. И он, ой, такой нежнячий. Все, смотрите, он как кремик, в то же время санскрин. Сейчас он вот впитывается. Очень нежно, кожа, текстура. Мне сейчас это самое, я уже говорила, хочу... закончить. Той зимой использовала как витамин А, ретинол. Вот, ретинол. А ретинол нужно, если ты на улицу идешь, нужно использовать санскрин. И вот он такой беженький. Классно. Очень. Смотрите, вот все матовый, видите? Довольно-таки. Вроде какой-то есть такой приятный финиш. Я не знаю, не умею такими словами говорить. Ну, в общем, вы видите. Он не противно блестит, как обычная другая вот рука. Это просто отсвечивает. Ну вот, поверьте мне, такая нежнятина. Вот. Санскрин. Есть, по-моему, там прозрачный или белый какой-то. Вот я бежевый взяла. Немножко как будто, знаете, после душа. Немножко душ жарковато. Я сама, видите, блещу все. Давайте вот так вот сделаем. И будем смотреть, как это место у нас будет вести себя.
такой санскрин, да? Не оставляет белых вот этих следов, которые ты санскрин, этот средство для от солнца. Иногда пойдешь на пляж, и у всех тут щеки белые, лоб белый, нос белый, потому что вот этот остающийся, вот это остаточное явление, этот финиш. Потом ты вроде намазался от солнца, а сам весь белый ходишь. Плечи белые, все белое. Вот здесь такого нет, видите? Какой классный крем от солнца. Вот я заказала ультра бади, ультра рич бади сет. Вот этот вот набор, недавно мне тоже подружка позвонила, написала, говорит, хочу такой, ты мне подарила, так мне понравилось. Я, говорит, я пользовалась, говорит, когда там жили еще в своей стране, я, говорит, пользовалась корейской косметикой, мне, говорит, очень нравилось. В общем, тоже, говорит, если этот, я, говорит, хочу покупать. Вот, я взяла на подарки тоже два, потому что уже тоже отзыв есть, людям понравилось. Там в набор входит... и с этим, в состав входит ши баттер, тоже масло ши и маринга, средство для душа и крем для тела. Вот такой классный набор. Я взяла два и на подарочки. Один на подарочки, на один, может быть, себе еще оставлю. Вот, для себя еще любимый заказала, вот, большинство, конечно, на подарочки. Для себя еще вот этот, ну и для дома. А лично для себя заказала, например, вот этот вот лечение Lip Treatment. Atomy Lip Treatment. Это лечение, ну короче, бальзам назовем. Бальзам для губ, попроще сказать. Ничем. Я бы сказала, очень тонкий, практически... незаметный аромат, ничем не пахнущий. А, у меня губы все время сохнут. Я без бальзама вообще не могу. Мне это необходимость. Даже во влажном тропическом климате Флориды у меня сохнут губы. И тушь. Ну, короче, как пахнет, как обычная тушь. Если бы сейчас накраситься, я просто не смогу без зеркала. Как-нибудь накрашу, сделаю фотку или в каком-нибудь из прямых эфиров. Вот тушь от Atomy. Вот такие у меня подарочки сегодня. Такие посылочки. В общем, получается для меня, для нас, какой-то из этих пакетов, средство санскрин, бальзам, тушь, уже не знаю, куда я положила, а, я ее запечатала обратно, тушь, для меня пробиотики женские. Кстати, сколько я не сказала здесь? 60 капсул на 2 месяца. На 2 месяца пробиотики женские. Вот. Кучу мыла. Кучу мыла, зубные вот эти щетки, пасты, крема для рук. Порошок мой любимый. И вот эти вот для кожи. Для душа крем и средства для мытья. Кожаный этот диван. Ты цики. Классно? Посылочки, да? Классно. Я люблю за посылочки скрывать. Всем пока. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Бай-бай. Джек, а что хоть мы с тобой крем-то не показали? У меня масло ши, а я сейчас себе оставила вот такое вот. Смотрите, тоже какое все гладенькое, все такое. И такой вот этот размер, в 4 таких этих, можно с собой в сумочку бросить, я говорю, или в машину.
Вот тот крем. Тот крем у меня как будто белее. Этот более какой-то, видите, вроде белый, но и в то же время прозрачный. Крем для рук. Очень приятный, нежный.